В Российской Федерации начались продажи битопливных внедорожников УАЗ «Патриот» и «Пикап». Автозавод УАЗ начал продажи в России новых модификаций моделей «Патриот» и «Пикап», двигатели которых могут работать как на бензине, так и на природном газе. Как уточняет пресс-служба компании, цены на CNG-модификации стартуют от 1 366 000 и 1 379 000 рублей соответственно. Технически и «Патриот», и «Пикап» оснащены одинаково. Обеим моделям положен двухтопливный мотор объемом 2,7 литра с итальянскими форсунками OMWLSL Gemini, которые позволяют ему работать как на 92-м бензине, так и на компримированном природном газе – метане. При работе на бензине отдача силового агрегата составляет стандартные 150 лошадиных сил и 235 ньютон-метров максимального крутящего момента, а на метане – 126 лошадиных сил и 196 ньютон-метров момента. Двигатель работает в сочетании с механической трансмиссией и полным приводом. Патриот оснащается двумя 80-литровыми металлокомпозитными баллонами ГБО, которые установили на полу багажника внедорожника. Пикап, в свою очередь, получил аналогичные баллоны на 50 литров каждый, которые разместили на платформе грузового отсека. За дополнительную плату можно установить третий газовый баллон объемом 50 литров, а также специальный защитный кожух, который предохраняет емкости от внешнего воздействия. Кроме этого, перечень опций Патриота и Пикапа пополнил дополнительный датчик утечки газов. Среди специфических технических новшеств автомобилей электронный блок управления и редуктор высокого давления с электромагнитным клапаном OMWL EVO, заправочная и запорная арматура серии MR Valk 470-450 NGV-1, магистрали и шланги MR SPA. Уточняется, что все оборудование уже сертифицировано и не требует согласования в ГИБДД.